Здравствуйте! Сегодня на 5-м километре автодороги Казани-Ишкар-Ала в Зеленодольском районе Республики Татарстан произошло трагическое ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ-2109, по неустановленным пока причинам, двигаясь по путепроводу, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с грузовым автомобилем МАЗ. От полученных травм водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. В автомобиле он находился один. По словам водителя грузовика, водитель ВАЗ-2109 никого не обгонял. Его голова была опущена, возможно, он был без сознания. По предварительной версии сотрудников ГИБДД, водителю стало плохо и он потерял сознание. По факту аварии ведется проверка. Рассматриваются все варианты произошедшего. По официальным данным ГИБДД России, за прошедшие сутки 9 сентября 2021 года на российских автодорогах зарегистрировано 309 случаев ДТП. В них погибли 30 человек. Один из них оказался ребенок. Различные травмы получили 354. 46 из них – дети. Будьте внимательнее на дороге. Соблюдайте скоростной режим и правила дорожного движения. Берегите себя. Всем удачи и добра.